Уже в течение нескольких лет эта премия, учрежденная действующим под нашим попечительством Международным фондом Единства православных народов, присуждается людям, особенно отличившимся на ниве церковного, государственного и общественного служения. Для великого возрождения нашего Отечества, его духа. Единството на православните народи, живеещи на една пета част от планетата, ни зарежда с необходимото самочувствие, за да водим равностоен диалог с другите религии, за постигане на така желаната от всички хора сигурност по света.